Нет, не страшно. Всем все хорошо. Все готовы, да, Слава? Готов? Ты готов? Поплыли? Или пошли, да, говорят, по воде-то пошли? На катере. Там мидия? На Вальдвиле. Поплыли в обратную сторону. Там у нас крепость Шамбала. Есть пляс еще командирский, там с такими веслами дядьки стоят. Да. Сантиметров по 3. Как фильм. Да, как немецкий фильм. А вот наш Верда пропустили. Холопы, хорошо. Вот такие бы яхточки были бы на прогулку, да? Что это, если вы шмыгаете? У простых людей. Пить мне еще надо. Мама, что? А мы еще? Мама. А если вы будете себя плохо на пляже слушать, назад вам пригласим такую лодку с веслами, чтобы вы там все гребли. Это новый телефон. И на каком? Там еще говорят, тропа здоровья есть, если что, пешком. Вот она на что, Михаил. Хорошее пиво? Крепкое? Это самое. В общем, этот пивзавод в Крым, Симферопольский, его в 2008 году. Его в 2008 году купили немцы. То есть здесь свое оборудование. Делали все. Первые 3 года мы раньше не пили, это была блевотня. Стало таким пивом, а сейчас с каждым годом. Правда, конечно. Машечка. Смотрите, как он идет вообще по встречной полосе. Ну положим. Встречный фарватер. Здесь на дороге правило 3D. Дай дорогу дураку. А на море правило 3D. Дай дорогу депутату. Поправлю. Депутат все, да сюда и поехал. Вы ставник. Блин, нах. Оказывается, ставник неправильный. Да, здесь движение хорошее такое. В Ялте 2 дня назад авария ужасная произошла. Где же? На яхте стояли, бухали депутаты Краснодарского заксобрания. А в них на полной скорости вмотылились депутаты заксобрания Москвы. Кто виноват, угадай? Оказалось, что эти депутаты Краснодарского заксобрания сволочи, извращенцы, убивают людей и вообще стояли не положено. Смотрите, выход какой. Это Балаклавский канализационный коллектор Гамнян. А вы что думаете? Секретный греческий лаз. Тип того. Это пещера, где живет дракон. Это оказалось всего лишь канализация. Мы понимаем, что дракон будет. Просто раньше построена в 64-м году, труба уходила на 300 метров в Пиланику. Это далеко. Но с 64-го года
Вы не поверите, ее ни разу не ремонтировали. Ого, поэтому и рвет труба сейчас. Гнила, 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 и теперь вас тут стирать. Прям при... Ого. Да. Хочешь чистого моря, есть на западный берег. Мелко глубоководный. Зато здесь такая кефаль ловит. А здесь кефаль. Она там впаривает. Она на говне отъеденная такая. Они такие. Это рыбацкие сети, называется гундерный ставник. А, рыбацкие сети. Рыбу ловят. Я продаю по 150 рублей килограмм. Я их нашел. Нашел, детки, по второму спиталю. Есть для тех, кто очень любит с эффектом моря, на говнянке могу набрать. Там они вкуснее. Типа сероводород, да? Полезно, ее там больше. Мясистые там. Мясистые. Мидии мясистые, да. Есть три способа, собственно, как можно добраться до пляжа Энжир, пляжа Золотого. Один из самых простых способов – это катером. Второй уже менее простой, я сказала бы даже сложный для многих, потому что это 8 километров пешком по тропе здоровья. Не очень всегда там и тропа такая благоустроенная, ее не назовешь. И третий способ – это машиной, но там с шлагбаумы могут проехать только по разрешению. Побережье все уже раскуплено, все уже там олигархи, цари, депутаты. У нас ни клочка, ни клочка. А думаете, тут уже в сторону Ялту поедете? Нет. Заборы, решетки, Министерство обороны. И все, и с такими гаубицами стоят расстреливают. Сегодня еще и тучки гуляют. Потому что растительность сели, его было таким разумным. Ага. А почему нам голый? Потому что, видишь, не растет ничего. Конечно, я же в командирске там с такими веслами стоял. Там сейчас свингер-вечеринка. Вы туда? Вам понравится. Ребята добродушные, отзывчивые. Золотой. Так она вышла когда с кабака, ну она пила с чизкейками кофе. Когда она вышла с кабака и села на Volkswagen 03, я понял. Теперь ее зовут. Я уже все понял сразу. Да, вот визуально потребуется эти кофе.
посадите, вот тут уже бабла сюда пускали. Попадайте. Сердитесь. Миллионов? Да. 70 ну, миллионов на яхт-клуб, да? Которого нет. Ну, по факту. Смотри. Так надо, значит. Там дресс-код у них на...